куда это? Сюда. Пусть полежит. Да, масленицы. Чего? Подождем, говорю, масленицы и... Чего? Масленица, говорю, придет, тогда и... Куда придет? Всем привет! Скоро масленица, и мы сегодня решили вам показать рецепт блинов дрожжевых на манке, и они еще будут заварные. Итак, начнем. Первый день, сегодня, значит, вечер. Мы берем 150 грамм манной крупы. Мы берем чайную ложку сухих дрожжей, чайную ложку сахара и 200 миллилитров теплой воды. Блинчиков у меня будет совсем немножко. Это вот, знаете, на... Вот нам на один раз с Лешей, может быть, на два раза. А вы, я потом под видео напишу полный рецепт для большой дружной семьи. Так, все это размешали хорошо. И я поставлю на ночь в теплое место. Ну так, аппарат простояла ночь в тепле. Размешиваем. Видите, она такая достаточно пушистая. Перемешиваем. Добавляем одно теплое яйцо. Соли. Ну, тут меньше, чем пол чайной ложки. Столько же, буквально там, 1/3 чайной ложки соды. Перемешиваем. Эти блины еще называются татарские. Татарские заварные блины на манке. Я еще хотела такие же блины попробовать на своей закваске. Но это мы где-нибудь в середине масленицы попробуем с вами. Рецепт от бабушки. Так, и теперь сюда мы выливаем кипяток. Все размешали. Никаких ни комочков, ничего нет. Вот такое достаточно жидкое получилось тесто. И опять убираем в теплое место. Ну вот я уберу его где-то на 2-2,5 часа. Итак, прошло 2,5 часа. Вот так вот выглядит тесто. Это тесто уже готовое. Его перемешиваем тщательно. Вы знаете, если образовались или остались какие-то комочки, вы, естественно, все это разбиваете. Сковородку я уже поставила на огонь, смазала растительным маслом. Смотрите, чтобы нагрев был не сильный, средний. Вот такое тесто. Итак, сковородка накалилась. Наливаем первый блин. И распределяем по сковородке. Ну, вот так достаточно. Появляются сразу пузырики, дырочки. Переворачиваем. Посмотрите, вот первый блин, он совершенно не комом, очень хорошо держит форму, выпекается замечательно. В общем, вот так выпекаем все блинчики. Если хотите, каждый блин вы можете смазывать кусочком или маслом сливочным, или там растопленным. В общем, продолжаем. Вот такие блинчики у нас получились. Они не тонкие, они не резиновые, они очень мягкие, очень приятные на вкус. Попробуйте, девочки, приготовьте обязательно, это очень вкусно. И еще не забывайте, что у нас есть видео «Диетические дюкановские блинчики». Там творог, крахмал, мука, яйцо, больше ничего нет. То есть те, кто на диете, под видео оставим ссылочку. Заходите, смотрите, готовьте с удовольствием, худейте с удовольствием. Всем здоровья, пока!